чем и бедственность нашего российского положения, нашей российской ситуации, что в любой другой приличной стране люди, которых коснулись бы подобные обвинения, считали бы своим долгом их опровергать, считали бы своим долгом защищать то, что они называют своим честным именем. Ну, в нашей ситуации никто не звонил, никто не опровергал. Можно сделать вывод, что честного-то имени вовсе нет.